Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life. Продолжаем проходить кампанию Warcraft 3 Frozen Throne. И в кампании Альянса у нас глава 2, договор. Утро следующего дня, воины принца Келли, расположившись в лагере Альянса, ожидают приказа о наступлении. Приветствую тебя, принц Келли. У меня послание от великого маршала Гаритоса. Рассказывай. Что слышно на фронте? Обсерватории помогли обнаружить значительное скопление сил нежити. Лорд Гаритос приказывает тебе уничтожить их до того, как они пойдут на Даларан. Думаю, это не составит большого труда. Не сомневаюсь. Но, к сожалению, нам придется немного сократить твои силы. Видишь ли, лорд Гаритос приказал всем пехотинцам, стрелкам и кавалерии немедленно прибыть на передовую. Так что, ребята, собирайтесь. Но это же абсурд. Как я должен воевать с нежитью? Подавить ее авторитетом? Великий маршал верит в тебя и в твои способности. Прояви фантазию. Гаритос, кажется, я начинаю ненавидеть этого типа. Давно пора, он вообще какой-то надменный. Так, у нас есть база, на которой, я так понимаю, нет голды. Есть куча мелких баз. Я, по-моему, помню эту миссию. Они должны напасть на эти мелкие базы. Поэтому давайте закажем рабочих, пусть они собирают пока голду. Во, уже атака пошла на передние базы, да? Насколько я понимаю. Да, пошла атака. Отлично, пусть они здесь голду пока добывают, тогда давайте засейвим этих юнитов. По крайней мере, попытаемся это сделать. Чем я могу помочь? Ну, конечно, сюда уведем, я не знаю, правда, дойдет до сюда нежить или не дойдет. Чем могу помочь? Ну, пригодятся еще, лучше их засейвить, конечно. Не так быстро. Так, отходим вот сюда куда-нибудь, подальше от базы. Сейчас они отпустят эту базу и пойдут уже сразу же к следующей. В принципе, я думаю, что не зря построил побольше рабочих. Они достаточно быстро отобьют свою цену, плюс еще заработают. Потому что мне здесь нужны юнитов. Побольше юнитов. Так, лучница, рядовой солдат эльфийской армии. Ну, давайте закажем. Пусть пока строится. Грейдов нету. Надо будет еще немножко голды оставить, наверное, на верфь, чтобы купить корабли. Плюс, я так понимаю, надо будет вернуться сюда. И, собственно говоря, отбить свою базу обратно. А на это еще нужны деньги. Для того, чтобы построить там по новой базу. Ну ладно, пока добываем. Пока хорошо все идет. Так, значит, что у нас здесь? Юниты строятся, отлично. Ястреб. Это вот это ястреб? Да, это и есть ястреб. А какие нам еще здания доступны? Давайте еще побольше закажем на дерево рабочих. Извини, и посмотрим, что они еще могут строить. Храм истины. У меня же он, по-моему, не построен, да? Ребят. Ты уверен? Я уверен, абсолютно. Да, храма истины нет. Давайте закажем. Хотя там у нас маги и лечилки. Что будем строить? Я даже не знаю, есть ли смысл их заказывать или нет. Я несу исцеление. Кого? Это кто сказал? Не понял. Чем могу помочь? Поторопись. Ты несешь исцеление, ты же мечник. Какое исцеление? Давайте все-таки, да, закажем храм истины. Считай, что все уже сделано. Чтобы лечилки отхиливали юнитов в бою. Ты мешаешь мне думать. И надо все-таки немножко построить башен для защиты. Да-да, считай, что все уже сделано. Так, вы, значит, отходите к основной армии. Извини, что? Где строю еще башни? Наш город осаждают. Я, правда, не знаю, откуда атаки будут, но давайте хотя бы пару башен здесь построим. Здесь-то у нас юниты есть. Если что, уж как-нибудь отобьемся, думаю. Я готов. Магическая башня. Неплохо мы, смотрите, голды-то насобирали. Вообще неплохо. Не зря, не зря. Все-таки заказал рабочих. Наш город. Полтора косаря есть. Ты мешаешь так, мне думать. Помогай, помогай, помогай строить. Не успеешь вот. И глаза моргнуть. Готово. Отправляем его на дерево, а ты у нас будешь здесь стоять думать. На починке. Заказываем вот эту башенку и заказываем вот эту. Ну что, я не знаю, правда, справимся, не справимся с атаками. Если они вообще будут. Принц Кель, они захватывают наши внешние укрепления. Мы окружены. Эти укрепления потеряны. Придется проявить смекалку. О, наги! Лишь удалдип, принц Кель. Мы пришли помочь тебе в борьбе с нежитью. Приветствую тебя, леди Вайши. Я бы с радостью принял твою помощь, но, боюсь, мой командир не одобрит такого союза. Странно, но я его здесь не вижу. Должно быть, он выбрал себе более безопасное место.
Давай объединим силы. Одному тебе долго не продержаться. Это верно. Но я... Хорошо. Я принимаю твое предложение. Отлично. Тогда начнем. А мне базу дадут за них строить? Или чисто юниты пришли? Ой, корабли. Корабли есть. Отлично. Хорошо. Они наги очень сильные в мили-зоне. Вот особенно вот эти вот. Маги-то так всяко, вот, вот эти вот очень сильные. На что жалуетесь? Так, целитель, берем его в отряд. Ты у нас тоже иди в отряд. Приказывай. Сейчас соберем какую-нибудь группу войск и, собственно говоря, отправимся в атаку. Заберем себе одну из баз. Чем могу помочь? Так, да, мечники не нужны. Жду приказа. Лучница. Мой лук всегда со мной. Да, давайте, ладно, лучницу еще возьмем себе в отряд. Я теряю терпение. Замечательно. Ну что, прыгаем в корабль? Завершена. Хотя эти водные и могут и так передвигаться, не обязательно им садиться в корабль. Опа, и давайте, ладно, в следующий еще корабль посадим. Прыгайте. Хорошо, сохраняемся. Так, осталось определиться, какую базу лучше захватывать. Здесь у нас что? Наш город осаждают враги. Стоп, это кто? А, нежить прилетела. Ну ничего страшного, мы должны с ними справиться, в принципе. Здесь очень много башен. Здесь крупный город. А, то есть у них получается вот этот передний край укрепления очень слабый, а потом дальше жёстенькая сильная база. Они голду начинают добывать, ни хрена себе. Мою голду, которую я должен добывать. Так, кстати, ребята, давайте рабочих тоже возьмем. Не успеешь глазом моргнуть. А где второй? Что? А, да, мы храме истины. Ну-ка давай сразу сделано. Прыгай. Ты у нас и будешь там базу строить. Ну что, попробуем наломиться, ребят. Получится. Ну, должны получиться, потому что у нас, в принципе, много и войск. Опачки. Приказывай. Фокус этой башни. О, хорош. Сделаю а все, тут еще и мясник есть, ничего себе. Главное, чтобы без потерь было все. Это очень важно. Кстати, у нее же молния еще есть. Давайте попробуем покастуем молнию. Ну где ты там? Она далеко стоит просто. Вот, отлично. У нас в отряде есть еще один целитель, это приятно. Выхиливает продамаженных юнитов. Но правда очень слабо выхиливает. Но хоть так. Давайте, давайте, давайте. Я ну так хочу. Отпусти все, фокус на нее, давайте. О, отличненько. И просто через атаку их сюда посылаем. Правда, скорее всего, с основной базы здесь будут приходить сюда и атаковать. По крайней мере, я так думаю. Но не просто так все. По-любому будут сюда атаки. С удовольствием. Замечательно. Ну-ка, не добывай голду. 18600. В принципе, 18600 хватит, чтобы, наверное, отпустить и эту базу, и зеленую базу, как я думаю. Что здесь по обороне? Здесь еще и тумана войны нету. Ну да, есть войска, но если наломиться двумя отрядами, я думаю, справимся. На нас напали. Ну, понятно, что напали. И на базу еще напали. Ни хрена себе, тут уже драконы пошли. Лихо, лихо, лихо. Ну, вроде справляемся. О, отлично. Так, тут уничтожили все. Сейчас должна порча пройти и, собственно говоря, сделаю здесь все, что смогу. Сможем построить базу. С удовольствием. Так, давайте сюда все. Рабочий-то выжил же, не да? Не успеешь и глазом моргнуть. А ты можешь здесь строить? А, так он на порче прям, что ли, может? Что за бред? Да-да, считай, что все уже сделано. Я думал, надо ждать будет. Или это не порча, такая земля? Вот же такая же земля была раньше. Но она, наверное, спадет со временем. Я просто по Старкрафту... А там тоже у зергов есть порча, но там строение нельзя строить на них. Чего хочешь, на этой порче. А тут, получается, можно. Так, что у нас здесь по юнитам? Не так быстро, Костя. Давайте все-таки, может быть, достроим. Хотя могут быть расходы появиться, если я дострою юнитов. Извини, да, что? Полной пачки. Что ж, начальник всегда прав. Ну, не всегда, на самом деле. Да-да, не обольщайся. Все уже сделано. Начальник такой же человек, и свойственно ему ошибаться. Да-да, считай, что все уже сделано. Как правило, не свойственно извиняться. Не успеешь. Ошибаться свойственно, а извиняться нет. Что ж, так, может быть, еще башенок построить для защиты. Сейчас с голдой-то, в принципе, проблем не будет. Вариант.
Давайте еще пару башен добавим. Можно, кстати, здесь и дерево, наверное, подобывать. Что здесь, видите, как они далеко бегают. На лесопилку, наверное, поближе построить. А, вот же лесопилка. Слушайте, идите сюда, думать. Здесь дерево пилить. Здесь лесопилка близко. Не успеешь и глазом моргнуть. Да, точно не успею. Начальник всегда прав. Ой, атака, 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 атака. Считай, что давай, чини, 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 чини. Что? Что ж, начальник всегда. Ну-ка, отвалите от него. Давайте закажем лучше вот такую вот башню. Она, правда, больше для наземных, но... Точнее, даже не больше для наземных, она, по-моему, только по наземным и бьет. Практически база построилась, отличный ящик. И, кстати, надо тоже посмотреть, да, может, там что-нибудь вкусненькое будет. Опа, монетка. Смотрите-ка, ребят. А, отлично, есть монетка. А сколько она дает нам? 500? Хорош, 200. По твоему приказу. Игрушечный замок. Ребят, зря я здесь замок строил. Здесь можно было вон что сделать. И так замок поставить. Во имя Аза. Жду приказа. Хм. Ну ничего страшного, ладно, поставил так поставил. Заказываем еще рабочих. А на голдо, потом еще на дерево здесь построим рабочих. Так, что у нас здесь, значит? Давайте закажем вот такую, или нет, ладно, такую башню. Таких башен, в принципе, здесь много, аж что целых две штуки. Не успеешь и глазом моргнуть. Так, ты рабочий, значит, иди дерево не добывай. Лучший вариант. Ведьмаков заказать парочку. Чем я могу помочь? Их три надо для того, чтобы построить полный второй отряд. Мне главное, чтобы расходов не было. Это очень важно, потому что у меня только один золотой рудник есть. И, конечно, расходы мне сейчас вообще ни к чему. Мне лучше голды накопить и, собственно говоря, потом пойти уже в атаку. Но знаете, что удобно? Что здесь, когда мы этот лагерь отпустим, можно создать передовую базу. Тем более, что у него рудник есть. Правда, он его высосит, наверное, сильно. Поторопись. Да, кстати, а что тянуть резину? Ребят, давайте подстроим юнитов и, в принципе, потом сразу пойдем в бой. Что? Золота не хватает? Сколько стоит? 215. Вон оно что. Тебе нужна моя помощь? Второй отряд практически будет полный. В смысле практически? Будет полный. И можно даже третий отряд построить. Тремя отрядами напасть. Но тут мелкие такие юниты достаточно. Не знаю, правда, справятся или не справятся с противником. Попробуем, попытаемся. Ну, если ты настаиваешь... Очередная атака с драконами причем. Надо здесь все-таки побольше башен построить. Чтобы они вот этих драконов легко отпустили. Вы, главное, видите, в фокусе чисто этого. Строителя. Давайте побольше воткнем башен защитных. Они близко подлетают, поэтому башни можно вот здесь вот поставить. И они будут доставать до драконов. Считай, что все уже сделано. Вот. Как-нибудь вот сюда. А потом иди добывай дерево. Ты уверен? Уверен, абсолютно. Так, что значит тебе здесь у нас? Практически... Чего хотя хочешь, во, полный второй отряд. Не отлично. Быстро, перебрасываем их на тот остров, к основной армии. И будем строить еще третий отряд. Чем я могу помочь? Лучше воевать, конечно, тремя отрядами, вопрос потому что у него там куча мясников, вот эти мелкие юниты могут просто отлететь от всего этого. Поэтому возьмем количество. Возьмем вам непременно количество. Высаживаем сюда. Ну? Ну? Вот, отлично. Второй отряд есть. И будем строить сейчас третий. Правда, там по расходам получается, будем проседать по-любому 30-60% расходов, когда будем строить еще дополнительные отряды. Так, этих на дерево. Хотя нет, стоп, зачем нам столько на дерево? У нас с деревом вроде проблем нету. Давайте немножко все-таки добавим на дерево, но не более того. Ставим вот такие башни, такую одну. А, так, ты у нас, значит, построил. Давай строить. Еще строим немножко ферм. Не лучший вариант. Что вот ж, так, вот, отлично. И заказываем так, еще юнитов. Мечник, лучница. С голдой проблемы пока. Сейчас. Голду натаскают, нормально все что будет. Что будем строить? Тремя отрядами как наломимся сюда. Главное, атак нету, это уже приятно. А то я думал, какие-нибудь атаки будут с катапультами совсем. Небольшие атаки сюда есть, но ничего страшного. Мы здесь легко, в принципе, справляемся. И он по земле пришел. Ой, это лечилка. Это что такое-то? Лечилка, что ли? Да, это лечилка стоит на передних парах. Зачем он вылез-то, понять не могу. Так, добавляем
Ведьмаков. Постройка завершена. Блин, как все дорого-то, а? Я готова. А сколько эта башня? 80. Ну, копим голду, а уже расходы 30. Будут еще и 60. Давай, отлично. Заказываем башню. Сейчас третий отряд построим и пойдем наломимся на них. Главное, чтоб юнитов хватило. Отпустим эту базу и займем здесь, собственно говоря, рудник и поставим здесь здание по юнитам. Будет у нас такая передовая база, чтобы не таскать войска вот так вот. Посуда через реку, через полкарты, блин. Там сразу будем юнитов клепать и в атаку посылать. А, давайте целителя одного еще закажем в третий отряд. Ну, с голдой реально проблемы. Может, мечников побольше? Не хватает золота. Там в первом отряде просто милишники сильные есть. Поэтому не знаю, есть ли смысл побольше мечников ставить, нет? Может, наоборот, постройка есть смысл побольше завершена. Дальников. Готово. Так. Я несу. Все, построил. Ты молодец. Бери конфетку и иди добывай дерево. Не расслабляйся. Добавляем лучниц. Чем могу помочь? Практически построили. Пол пачки, третий. Целителя, может, еще одного. Да, мой друг. Или чисто лучниц намасить. Не хватает золота. Я так понимаю, что катапульт у него сейчас нету в распоряжении, поэтому придется, как скажем. Пора в путь. Что, здесь атака что ли была? Что ты напризывала? Поторопись. Я так понимаю, что придется своими силами, то есть вот мелочевкой этой пробиваться вперед. Катапульт не нету. А тут есть целители в этом отряде? Лучницы, да, все-таки надо целителей побольше, потому что во втором отряде целителей нет, и в первом, по-моему, нету. Нет, один целитель только в первом отряде. Ладно, заказываем тогда целителя. Чем могу помочь? О, и расходы, главное, все 30 держат. Сейчас у расхода будет 60 с минуты на минуту. Так, игрушечный замок. Кстати, там же и поставим на отвоеванной территории замок. Добавляем еще лучниц. Ох, он расплодился уже здесь, голду добывает. Но он одним, по-моему, рабочим добывает голду не так сильно. А вот здесь вот... А вот здесь всеми рабочими добывают. Значит, и здесь всеми. Поэтому, чем дольше мы тянем, тем меньше голды мы получим в итоге. Но здесь нормально. Мы всего добыли с этого рудника 3 с лишним косаря. А уже наклепали, да, мой друг, столько юнитов. Практически построилась. Третья пачка полная. Так, еще и еще одного юнита. И расходы 60 пошли. Но ничего страшного. Сейчас мы пошлем в бой, и расходы снизятся. Ой, как жестко. Ладно, не будем копить, наверное, на следующего юнита или накопим все-таки. Просто мы пока накопим еще на там следующую лучницу, пока еще ее построим. Я готова. Уж быстрее будет просто их в атаку послать и. Я несу из чем. Давай, иди сюда. Там у нас третий отряд. Ой, отлично, все в одну лодку сели. Выпрыгиваем. Да, мой друг. Почему двух юнитов не хватает? Я думал только... А, вот. Ваш ход. Один юнит не сел еще. Хорошо. Иди сюда. Не проблема. Наш город осаждает... Ну, в третьем отряде, получается, не будет хватать всего лишь одного юнита. Где кто осаждает? Ну, тут очень много башен, в принципе, легко справляемся. Вот, и расходы сразу 30 уже стали. Всего-то надо было одну птицу убить. Ничего себе, она какая живучая. Это кто такой? Сфинкс. Жесть, а? На что жалуетесь? Вообще, по-хорошему, эту птицу давайте возьмем себе в отряд. Лишь потому, что от нее толку мало. Пусть лучше рабочий чинит башни, а хиллер выхиливает рабочего, если по нему будут долбить. А вот этими войсками, вот, полный третий отряд. Мы отправимся в атаку. Повинуюсь. Ну что, ребят, давайте я сохранюсь, сделаю стоп-старт и пойдем уже в атаку на нежить. Ну что, ребят, готовы сражаться с нежитью? Давайте третий отряд сюда, второй сюда и первый сюда. Вот в первом отряде, конечно, очень сильные милишники. Это очень приятно, будут танковать. Третий, второй, первый, отлично. О, какая толпяк, смотрите. Надеюсь, осилим их? Нежити. Да, мой друг. Так, первый отряд, вы сильно-то вперед не это, не лезьте. Могу помочь? Значит так, третий отряд через атаку, наверное, вот в самый край пошлем.
Второй через атаку в самый край. И первый будет сделано. Посылаем. Все, отлично. Всем толпиком наваливаемся. Мы просто должны смести эту нежить. Такой-то толпой. Сейчас еще не все вышли с этого прохода. Сейчас еще все выйдут и нормально будет. Во, отлично. Посмотрите, сколько у нас юнитов. Да, мой друг. Потерь пока нету. Приказываю. Отлично. Может быть, хилку кастануть героям? Хотя тут очень много хилеров. В чем дело? Отлично. Чем могу помочь? Пусти их. Вот единственное плохо, что у меня нет каких-нибудь мега сильных юнитов, разве что кроме Наг. Вот эти милишники очень сильные, а так, по сути, у меня мелкая шобла всякая. Типа лучниц, магичек этих. Они не настолько эффективны, конечно, как, скажем, пауки у нежити или драконы, тем более что. Но пытаемся расковырять 18 тысяч, ну почти 19. Может, базу сразу запилим? Я могу здесь строить же, да? О, отлично, сразу пилим здесь базу. Давай, Нага. Ставь здесь базу. Что такое? Что великолепно-то? Ставь базу-то. Здесь нельзя строить. По твоему приказу. Во, отлично. Пора в путь. Продвигаемся дальше. Ребят, у нас из потерь только один юнит потерян. Можем, кстати, потом организовать сразу атаку и на вот эту зеленую базу, которую нам говорят. Во, отлично. Да, мой чем я могу приказывать? В третьем отряде один юнит потерян, во втором один юнит потерян. Здание построено отлично. Добавляем рабочих. Пусть сразу добывают голду. Хорош. Все, отпустили всех. Ну что, ребят, давайте попробуем. Не будем затягивать. Сразу же посылаем их на следующую базу нежити. Которые нам по основному квесту надо запустить. Да, мой друг, тебе нужно. Идите все сюда. У нас, по сути, два юнита только потеряны, и все. Так. Пора в путь. С удовольствием. Что такое за. Что это такое? Давайте ну-ка попробуем, посмотрим. А, это огры. Сделаю все. Пустим их тогда. Да, мой друг. Бейте. Огр 5 уровня. Может, какие-то, не знаю, артефакты нам дадут за них? Отлично, справились. Хорош. И разламываем их постройки. Я отомщу. Ломайте. Вот, бочечки. Ну? Что такое? Они эту бочку не могут сломать, что ли? Окей, тогда выходим сюда. Давайте все-таки я проверю. Реально нельзя сломать. А, нет, вот можно бочку сломать, но в ней ничего не было. Что будем строить? Руна маны старшая. Хорошая вещь. Там же у меня, по-моему, по-любому хиллеры просели по мане. Ну-ка, иди подбери. Правда, они уже все далеко, эти юниты. С удовольствием. Ну ладно, подберем просто так. Чем могу помочь? Чем я могу помочь? Так, второй отряд все сюда, первый отряд все сюда. Ты что стоишь-то? Со второго отряда стоит, затупляет. Не успеешь. Значит, не так, мне думать. Здесь, если нас все-таки атака провалится, все равно. Да-да. Добавляем казармы. Это у нас будет передовая база. Казармы есть. На нас напали. Кто напал? Мой друг. Да ладно. Он что, сам просто взял и напал, что ли? Поторопись. Ни хрена себе ты дерзкий. Чем могу помочь? Так, срочно назад. Все назад. Не надо сейчас атаку. Мне надо здесь поставить побольше защитных сооружений, побольше. Казарм. Давайте защитные на всякий случай поставим. Да-да, считай, что все. Кто там что нападает? Ой-ой-ой. Извини, что? А где у нас этот строитель? Да, мой друг. Не успеешь и глаза. А, на него кастанули этот сон. Готово. Поэтому он, собственно говоря, и перестал. Перестал. Извини, что? Чинить здание. Давайте тогда уже этих строителей, пусть они дерево не добывают. С деревом все нормально, плюс еще дерево здесь, двое рабочих добывают. В чем дело? В общем, с деревом пока проблем нет. Так, этот будет строить башни, этот строит казармы. Храм истины, кстати, тоже давай построй. Ты уверен? Уверен, абсолютно. А потом пойди и добывай голду. Все уже сделано. Приказывай. Ну что, ребят, атакуем основную базу ихнюю, которая нужна по основному квесту. Есть дела.
Так, создает магический щит. Тра-та-та-та. Давайте лучше этот скилл прокачаем. Ну что, попробуем? Да, мой друг. Давайте все сюда. Чем могу помочь? Да, мой друг. Сейчас как наломимся всем толпиком. Нормально чем будет. Чем могу помочь? И посылаем их через атаку, через всю базу. В чем дело? Во, отлично. Пробуем, короче, их отпустить. Должны с ними справиться. Поторопись. Так, накидывайте на него сетку. Пусть приземляется. Накидываем сеточку, хорошо. И на тебя сеточку тоже. Да, мой друг, тебе нужна моя помощь. Со второго отряда умер один еще юнит. Но не страшно. Вроде тащим пока. Вы посмотрите, сколько здесь всего. Лучницы даже пройти не могут. Ну-ка, проходите вот так вот. Вопрос времени. Я теряю терпение. Отлично. С первого отряда кто-то умер. Ну ничего страшного, это нормальные потери в бою. Еще очень много юнитов живо. В чем проблема? В чем дело? Так, прокачаем ему. Чтобы ему лучше прокачать. Ну давайте этот скилл прокачаем. Приказывай. Да, мой друг. Приступай. Давайте все сюда. Торопись. Пусим их. Замечательно. Кастую эту херобору огненную сюда. Отлично. Неплохо идем. Так, это типа механически, нельзя на него молнию кастовать. Я теряю терпение. Чего хочешь, зайка? Поторопись. Все, нормально. Здесь заказываем тогда защитные башни. Иди добывай голду. Парочку можно на дерево. Хотя здесь дерево далеко, лучше здесь есть. Построить рабочих на дерево немножко. Ну, давайте сюда вот, допустим. Здесь добывайте дерево. Здесь куча рабочих стоит на починке, это приятно. Добавляем еще защитных башен. Казармы. Но я не думаю, что это моя атака провалится, потому что реально. На что жалуетесь? Очень много юнитов. Там со второго отряда, правда, много попогибало. Но у меня еще третий отряд. Лишь всего лишь без двух юнитов. А первый отряд... Только один юнит погиб. Легко справляемся с ним. На что жалуетесь? Отлично. Давайте через атаку сюда. Поторопись. Пусим. Постройка завершена. Отлично. Есть вообще смысл? Нет юнитов добавлять. По идее, у нас просто сейчас расходы 30. А если я буду добавлять юнитов, у нас опять они 60 будут. Приступай. Не так быстро. Мы этой армии можем, знаете, вообще пройтись по всем базам нежити, потому что, по сути, вот здесь осталась база такая более-менее защищенная, хотя здесь всего лишь пару юнитов. Ну, здесь база сама будет стрелять, там еще дракончик. А вот эта база вообще на шару выносится. Все, по идее. Это основной квест. Да, основной квест выполнен. На что же? Легко справились, на самом деле. Отлично. Прими мою благодарность, леди Вайши. Без твоей помощи мы не смогли бы одержать победу. Ой, да ладно. Боюсь, что приняв ее, я подписал себе смертный приговор. Человек, которому ты служишь, не доверяет никому, кроме своих соплеменников. Он не знает, что такое честь и достоинство. Но с ним меня связывает долг и клятва. С ним и со всем их злосчастным альянсом. Впрочем, теперь все это не имеет значения. Мне кажется, что я и мои братья достойны большего. Быть может, пришло время искать иные пути к власти. Воу-воу-воу, мне никакой власти. Мне трудно объяснить это, но с того самого дня, как была уничтожена наша родина, я и мои братья, мы чувствуем себя опустошенными, лишенными воли и силы духа. Это чувство... ожесточило наши сердца. Оно знакомо мне, Кель. Твой народ, как и мой, зависит от магии. Больше 10 тысяч лет она струилась по твоим венам. А теперь твоя страна разорена, и солнечный колодец больше не дает тебе силу. Дарованную мне по праву рождения. Без магии мой народ обречен. Но, Кель, в этом мире есть и другие источники силы. Например, демоны. Так, не склоняй его к темной стороне силы. Это безумие. Мы никогда не дойдем до вот, такого. Вот,
Правильно. Твои чувства вполне объяснимы. Однако... Никаких «однако». Принц Кель, прибыл великий маршал Гаритас. С ним целый батальон воинов. Сейчас они эту нагу попытаются убить. Будет лучше, если ты исчезнешь отсюда. Я не могу гарантировать безопасность твоих воинов. Да мы бы без нее справились бы. Да реально справились бы. Это наги! Забудь о них! Наконец-то ты показал свое истинное лицо, Кель. Я знал, что вы в сговоре с этими тварями. Мне не нужно иных доказательств, чтобы казнить вас как предателей. Но, милорд, это было только мое решение. Прошу вас, пощадите моих воинов. Не трать слов понапрасну. Я никогда не доверял вам, тщеславные эльфы. Ваше вступление в Альянс было нашей роковой ошибкой, но теперь вы получите по заслугам. Неужели он его убьет? Уведите их. Что-то как-то все закручено, замучено. А что он с ними сделает-то? Ладно, я так понимаю, что об этом мы узнаем уже в следующих эпизодах, а этот завершим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ссылочка с прохождением игры в описании под видео, так же, как и ссылки на паблик ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока, ребят!